Вот уже 10 лет мы проводим курсы «Русский по пятницам». Именно с этого дня недели они начались в 2011 году в Новосибирском государственном университете. Теперь же курсы по подготовке к тотальному диктанту проходят по всему миру. В 2019 году это было больше 300 городов. А в 2020, мы надеемся, это количество увеличится. В последующем формат расширился до онлайн-школы тотального диктанта, которая помогает всем, кто не смог прийти на занятия очно, подготовиться к акции. И в этом, кажется, реализуется просветительская и образовательная функция тотального диктанта, как ни в чем другом. Курсы подготовки к тотальному диктанту состоят обычно из 7-8 занятий, и на них, конечно, мы не можем отработать все правила русской орфографии и пунктуации. Мы вспоминаем основные базовые правила, которые помогут участникам диктанта в этом году хорошо справиться с текстом. Каждое занятие – это повторение одного орфографического правила, одного пунктуационного правила и написание диктанта. Диктанта по тексту писателя этого года. Я хожу на курсы, потому что только здесь можно задавать вопросы, ставя в тупик и смущая лекторов. Я сама учитель русского, и мне хочется после работы почувствовать себя как раз в роли ученика, посидеть за партой, чтобы учил не я, а меня. В этом году у нас премьера, рубрика «В словарном порядке». Мы рассказываем о современных словарях русского языка, тех словарях, к которым мы сами обращаемся, когда работаем с текстом, те словари, которые мы рекомендуем для аудитории. Я первый раз в этом году хочу попробовать написать тотальный диктант. Я очень люблю русский язык, и мне хочется подготовиться к диктанту, чтобы написать его как можно лучше. Приглашаем всех готовиться к тотальному диктанту и повышать уровень своей грамотности.